Всем привет! Сегодня у нас обзор и тест эпической сборки. В качестве центрального процессора будет топовый Kaby Lake 7700K на плате от Aorus, а именно так Gigabyte решил выделить свои топовые решения в отдельный бренд. 16 гигабайт DDR4 от Crucial, SSD на 240 гигабайт от Kingston. Если это все по сути уже было у нас когда-либо на тестах, то вот видеокарта 1080 Ti попала впервые. Причем не в исполнении Founders Edition. Стоит ли говорить, что на сегодня в разрешении Full HD этой видеокарте просто нечего делать. Ни на высоких, ни на ультра настройках. Здесь мы сделаем небольшую ремарку по поводу сборки в целом. Почему собран именно так? К нам обратился ВКонтакте человек не из Питера, со стандартными вопросами. А сколько будет стоить определенный набор комплектующих в сборе и есть ли доставка в другой город? Само собой последовал вопрос, оттестируем ли мы компьютеры под нагрузкой и тому подобное. Как вы понимаете, в полноценном смысле тестирование под нагрузкой, это значит установить Windows, все драйвера, какие-то мощные игры в идеале. Это не один час и даже не два, о чем мы и сообщили человеку на его запрос. Что таким тестом подвергается только компьютер, попавший на обзор. Что на подготовку к обзору надо минимум 2-3 дня и тому подобное. Человека сроки нисколько не смутили, тем более, что дорога в его город составит еще дополнительно несколько дней. В итоге мы договорились, что погоняем компьютер в современных играх и сделаем обзор. То есть пока вы смотрите этот материал, данный компьютер едет к своему владельцу. Не надо писать в комментариях ерундятину, что вышла Рязань от AMD. Не надо писать, что AMD в играх на голову сильнее. Идите в сад. Этот компьютер собран под конкретные задачи, в четкий бюджет, исходя из пожеланий заказчика. И да, изначально этот компьютер планировался в корпусе Raven от Silverstone. Но убив на сборку 4 часа и кучу нервов тиходел, как ни пытался уложить кабели от блока питания, безуспешно. Блок питания имеет слишком много кабелей для подключения чего угодно, и все провода весьма толстые. Настолько, что крышки в Raven не закрыть, как ни крути. Это, к слову, любителям заказывать из-за границы, исходя из аргумента, но там же дешевле. Кто бы спорил, только как вы угадаете, а все ли стыкуется? Нигде не указывается расстояние между стенками корпуса и его крышками. В общем, любителям компьютера Universe посвящается. Нам пришлось согласовать с человеком замену корпуса на вот этого зверя. И честно скажем, он настолько огромный, что если компьютер стоит на столе, а не под ним, то сидя рядом начинаешь немного комплексовать. Он великолепен. Карбоновые вставки, встроенный реобаз и кулера на вдув и выдув по умолчанию. Крепление под наушники, возможность быстрой очистки фильтров. Просто конфетка, а не корпус. Но повторимся, эта конфета уже едет к своему хозяину, который, к слову, и придумал название этой сборки. Что касается шума, то благодаря великолепному кулеру от Be Quiet и тихому блоку питания на 700 Вт того же бренда, без нагрузки компьютер, можно сказать, молчит. Под нагрузкой что-то, безусловно, можно услышать, но это звучит настолько благородно, что получаешь удовольствие от тестирования. Более того, владелец этой сборки заказал у нас монитор в разрешении 2К 144 Гц. То есть формально мы могли бы провести все тесты в разрешении больше, чем Full HD. Но тогда вам тяжело будет в процентном соотношении вычислить, а насколько 1080 Ti превосходит, например, ту же GeForce 1060 или 1070, это во-первых. А во-вторых, заказанный монитор настолько большой, что на нашем столе с самим компьютером они просто не помещаются. Поэтому все тесты будут все-таки Full HD разрешение. И да, мы безумно рады, что на тестах именно 1080 Ti. Так мы не увидим комментариев, что надо было ставить Radeon 470 или 480. Любители красных, вы откровенно уже поднадоели. Спорить с вами и терять время, которого и так еле-еле хватает на полноценные обзоры, мы не будем. На канале полно тестов на любых настройках. От вас же никаких доказательств не допросишься. Посему мы верим только фактам, а не троллям с IQ выше кактуса. По крайней мере, на данный момент мощь 1080 Ti крыть AMD просто нечем. Посему смотрите результаты тестирования и берегите свое время. The thought that I wrote, or all the words that we spoke, yet only with our eyes. Do you know it's the time to choose? Somebody wins and some lose. I can see through your disguise. Lay it down, hope for something better. Looking at the clouds, the slither in the weather. You can't stop now.
Thank you.
We'll be right back.
До новых встреч. Увидимся в нашей группе. Пока.